с вами снова я и мои уроки. Я решил снять серию коротких уроков «Простые сложности», в которых я буду рассказывать новичкам, как упростить их жизнь внутри редактора Hammer. Возможно, и опытные люди что-нибудь для себя найдут. Ну что, поехали! Функция Past Special. Ставить особое. Данная операция позволяет нам копировать браши в заданном количестве и положении, а также добавлять префиксы к названиям объектов. Например, у нас есть браш вот такой формы, а мы хотим создать замкнутый квадрат. Можно вручную начать копировать браш за брашем, отражать его сначала по горизонтали, затем еще раз копировать и снова отражать. А можно все сделать в два клика. Копируем наш браш и жмем Past Special. Открываем вот такое окно. В первой строке мы указываем количество копий исходного объекта. 3. Data Center of Original. Копировать якорную точку так же, как у оригинала. Group Copies. Копировать браш сгруппировано. Вот тут указывается расстояние между каждой копией друг от друга. А вот здесь вращение, ну если оно нам нужно. И самое полезное, Make Pasted Entity Name, говоря просто, нумерует имя каждой новой копии. Очень удобно, если вы работаете с триггерами. И последнее, Add This Prefix, добавляет заданный префикс в имена ваших копий. Жмем ОК и наблюдаем за результатом. Всего в пару кликов можно проделать ту же работу, что и в начале, плюс вам не придется менять имена ваших копий. Надеюсь, это видео вам поможет. Пока!